Хорошо. Что? Да, щита зацепилась за колесо. Ну, на все уже отцепилось. Да, думаю, что так. Ух ты, ебать! Тебя конем! Заебали эти слэбы нахуй! Oh.
бля, как скользко. А, вот и закончился chicken race. Сука. Ну да. Еще одна пицца сильно. Серебро в обратно. Типа нехуй отдыхать. Да, блядский ты. Аккумуляторы ебаные, телефон не влазит из-за вас. Ебаные конченые нахуй. Зимка, брат. Я верю в тебя, как никогда. Thank you.
Да блять! Срезаться. Эвакуация сломалась. А, мне Саня сказал, да, что два человека сломали. Спасибо.
Где холодное пиво? А где ваши фотки потом брать? А я свой контакт оставлю в чате. И номер свой пишите в личку. Я скину вам папочку ваши фотки. Цена вопроса? А? Это же прикол, да? Реально а вообще. Молодцы. А цена вопроса сколько будет? Слушай, если я не оформлю платежную систему, то просто донат по, на, как, по желанию. А личку где взять? Она скинет фотки. Все, езжайте. Спасибо тебе огромное. Пока нет отца. Просто единственное, что мы с Беларуси, мы сможем только Сбер. Едьте, не думайте об этом. Не, фоточки красивые. А, нифига себе, у тебя руки дрожат, у меня так же, что ли? Опа! Куда? Руль! Руль не уходи! Это петля самая такая. Самая суровая? Ну, мне вот кажется, вот этот пипец. Ну! А? Ты еще был, на самом деле, не стал, просто надо бутоном. Страшно, но реально это... Ну, кстати, да, надо было там спускаться. Опа. Но я прыгнул. А толку, блядь, от того, что я прыгнул? В принципе, есть жопу сюда. Опа. Гангнам стайл. Оп, оп. Оп, оп. Максимально суровым. Это прикольно. Прикольно. Типа попробую выжить любой ценой. Последний герой. Стопудово на видео ни хера не видно. Ну еще и камера загнута была. На видео ни хрена не было видно этих подъемчиков. Thank you.
Бля, какое-то настроение упадническое. А, подняться. Половина была. Уже больше половины. Алёша, не тухни. Не кисни, на радуге зависни. Скитл. Давай, Алёшка, давай. Сдох, верю. Ну, надо. Надо, брат. Надо. Так, сюда. Не хочу. Сюда. А ты хоть говномес? Ну это да. Пацаны, подцепляйте тросы, просто помогать друг другу будем, чё? Ну мне поможете, я буду только рад. Я чё-то совсем устал. Давай, давай, сейчас все вместе, раз, раз и на. Без проблем, спасибо, ребят. Я чё-то совсем скис, я не знаю, уже и сист не помогает. С утра, мы вчера траванулись. Мы просто вчера, сука, траванулись чем-то. Сегодня с утра так просрались, бля, извините, но это прямые слова. Хорошая энергетика, ты ушел, у тебя тяжести в желудке нету, бля. Да нет, ты понимаешь, это было не самое приятное. Да понятно. Холодный пот этот вот, бля, так чувствуешься хреново. Это правда. Но ехать хочется, просто так нравится вот это все. Ну а что мы сюда приехали, надо прокатиться. Смотри, Сань, надо как ехать. По правой траектории. Сюда прыгаешь. Я не понял. Так а дальше потом куда? Без проблем. Дальше только интереснее будет. Дальше больше. К финишу, блядь. Да, чем ближе к финишу, тем будет сложнее. Особенно вот эта вот, блядь, скала, которая была на горке, мы ага. Летаем и сразу вниз. Где табличка? Да, она же, блядь, спуск пиздец какой, это скальник голый. Там надо лететь нахуй, на всем ходу. Братан! А,
как бы, я не просто так тут тоже стою. Как ты, братик, все нормально? Да, все хорошо. Удачи. Бля, ломается, плохо становится, жесть.
Белки, ты, конечно, знаешь, за что ты платишь. Взнос, и душ, и мойка. Площадка, как бы, бесплатная, пожалуйста, паркуй. Да все ништяк, я сам заскочил, ребят. Я знаю, у меня радик течет.
Вань, помогать? Я так понимаю, что здесь только есть траектория, которую можно зайти ходом. Вот. Видишь, левее по корням, если пойти и запрыгнуть, дальше ты уже выйдешь. Ясу. Я просто говорю, ну, судя по траекториям, что самое лучшее — это та. Но ясу. Слушай, далеко еще ехать? Ну, мы ж только воду проехали недавно. Да? Мы ж только недавно воду проехали. Это была серединка. Разматывай, краса. Подожди. Давай. Спасибо, братан, заранее. Подожди, брат. Подожди, ну мы ж тягаем друг друга по траектории. Газу, брат! Давай! Не ссы, газуй! Давай! Ходом! Ходи!
Помоги следующему. Братан, помоги следующему, будь добр. Ты помог следующему? Подожди, не газуй, не мучайся. А мог быть пиздатый контент. Доехал? Я, да. Да? Каким-то чудом. Не решил еще каким. Но сам. Пошли поможем парню, он сейчас в обрыв рухнет. На Риехе? Или что это? Где твой трос? Блять, 30 раз 7 кричишь, належите тросы, блять. Ну неужели так тяжело? Едем мотор, едем мопед. Должна? Поехали. Даже пацан. Давай, я вот так сюда перейду. Блять. Подожди, подожди, давай его поставь. Вот некуда ставить, да? Некуда ставить, братан. Ты сразу соскользнешь, это слэп. Помогает, и я помогаю. Все, баш на баш. Thank you.
Бля, куда дальше-то? А, вон туда. Ясно. Сколько время? Привет. Привет. Сколько время? Thank you.
Не, все, перекур. Перекур. Фу, бля, сегодня тяжелый день. Тяжелый, да? Слушай, мне кажется, полегче, чем вчера, нет? Нет, мне сегодня прям так. Тяжелее. Я прям реально страдаю. Страдаешь? Но. Да, он страдальческий. Он не то чтобы сложный, он страдальческий. Но. Да, согласен. Ну, бля, я не знаю, в целом у меня силы уже по такое чувство. Все. Слушай, ну тут надо, видишь, чем делать? Надо восстановительные меры принимать, там всякие. Я только что второй СИЗ залил в себя. Спортпит. Не, а в промежутках. Вот вчера спортпита выпил. Конечно. Выпил? Там витаминки пил на ночь, ночь, день. Комплекс плюс. Ну я аптечные пью. А-а-а. Что аптека прописывает. Ну, а-а-а, бля. Стараюсь. Слушай, я вот для себя, знаешь, какую формулу вывел? Протеин любой. Ну там, хочешь на массу, я вот пытаюсь массу набрать. Я аминки забыл дома. А? Я аминки забыл дома. Если бы были аминки, я думаю, было бы... Креатин и глютамин. Вот я вот эти три штуки пью. И, ну, вот на соревнованиях я успеваю восстанавливаться. Ну и плюс сон, конечно, и нормальная еда, и много воды. Ну вот. Ну... Все будет чики-бамбури, я надеюсь. Ну, осталось километров 8. Слушай, по моим часам мы проехали 13. 13? Да, ну мои часы могут брать. Ну, серединка это была вода. Серединка, да? Ну да, в прошлый раз тоже вода была серединка. Только мы в прошлый раз прогон был? Да, два. А в этот не будет его. Ну, мы с него ушли, да, сюда, в эту петлю. Ну мы уже в бронзе. Вот этот вот склончик я хорошо помню вчера. Да-да-да, все, мы уже. Мы в бронзе, мы вернулись в свое. Да. Мы серебро уже должны были пройти. Сейчас должно стать чуток полегче. Там будут на финише три, по-моему, таких злючих. А так должно быть нормально. Если я не ошибаюсь. Ну, поехали. Заяц ловишь? А? Белку ловишь, что ли? Да, бля, меня белка уже отъебала, бля. Это... Она всех отъебала.
Бляха, эти ленточки от камеры заколебали. Ну, заложим, сука. Ртом только дышишь, как олень. Чуть было не было. Вот затупа.
Помню этот. Да, мы на бронзе. Все, усталость. Ебануться, какая усталость. Ай, блядь. Родненькая, прости меня, пожалуйста. Я просто очень устал. Очень устал. Я уже просто не могу. Но хочу. И вот такая вот дилемма. Бля, красиво упал. Серьезно так. Нахрен. Чуть пакет активировал. Ой, Сережка, собака. Братан, я вчера на пустом ехал. Я наоборот, на пустом зацеп идеальный. Оно у меня пробуксовывает. Если можешь, тогда я скакану.
Снова страдание и боль, да? Это или та? Или оно плюс-минус? Для меня вот две другие лучше. Что вот это? Между пней. Хотя, смотри, в натяг он вот там где-то проскочил. Я уже вижу где. Попробую тоже. Ёбаный цистистос. Давай друг другу. Сейчас подожди, я по идее должен запрыгнуть, если все хорошо. Главное, чтобы колесо не сорвалось. На корешке? А? Хочешь подпрыгнуть с корешка? Но. Ты помоги пацану клетку. Не-не-не, не кидай так камни. Он хочет вниз. А. Я хочу вот это сделать. Не надо. Раскопаем еще больше, будет беда. Прямая, в корешок бьешь, прямой, да, будет. Ну давай, попробуем. Сейчас, давай я отбью. Я надеюсь, братан. Там колесо в ловушку попадет. Я вижу. Но оттуда должен выскочить как-нибудь. Там все не так плохо, как кажется. Наверное. Братишка, дай запрыгну. Я попробую, хорошо? Нет, не попробую, подожди. Лежать, лежать, стой, 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 стой. Не падай, солнышко, не падай.
Слушай, постойте, ребят, заглушись. Там что был значок? Да заглушись ты, пожалуйста. Что? Не могу кричать, сил нет. Там, где был значок семерка, это значит 7 километров оставалось? Или нихуя? Ну, смотря откуда смотреть. Ну, мы оттуда ехали, и нам оттуда и было. Да. Возможно, но тут, бля, ебаная такая система у них непонятная. Тут мы какого-то хуя лазе, на какого хуя мы золото тут едем? Тут эти километры, они знают. Мы не золото едем, мы серебро едем. Охуел. Ну, это было изначально известно, мы когда регистрировались, нам сказали, что второй день будет по серебру. Да ебись. Если бы я хотел серебро, я бы зарегистрировался, блядь, серебро. Эх, блин, когда ж ты, родной, дорогой, финиш? Я уже заколебался тебя ждать. И не только я, мы все. Лучше бы второй день сделали, как первый, а первый как второй. Либо раскидали напополам, но это жесть. Thank you.
стреляется, город не помню. Там пишешь? Пишешь. Езжай, бра. Дай хоть, ну, просесть куда-нибудь, да, я перепрыгну и поеду. Отдохни. Я тоже устал. Да нет, я хочу финишировать вовремя, бля, хоть как-то. Блять, как лоб. Подъем.
туда. А ты куда? Это обратка? За газиком, за газиком. А. Газик тут уже рядышком. Пацаны, сколько до финиша? 5 где-то, братишка. Бля, вот пизда. Красная мочка далеко, который стоит газ-газ. Газ-газ, вот, осталось метров 100. Красава, спасибо. Пожалуйста, ребят. Блин, извини, пожалуйста. Вот это был нежданчик вообще.
Ух ты, ёпта! Ебать! Нихуя себе! Бля, стеночка надо, да? Конем. Почти повторил вчерашний подвиг. Охренеть, блин! Было бы больно! Однозначно! Thank you.
Ебать, тебя оголили. Нахрен. Вовсю уже. Это страдание. Медаль принимаем. Спасибо, самая дорогая медаль. Ой, бля. Вы молодцы. Спасибо большое. Спасибо. А сколько времени вообще? Время полчаса. Слышишь, дружище, который отходишь? У тебя есть вода? Вода? Да, просто попить. Я приеду. Спасибо большое тебе. Бля, как это было сложно сегодня. Вообще охуеть. Бля, ребята, красавцы. Поздравляю. Это первое. Что первое? Да? Поехал. Первое, пацан. Пиздец. Я только финишировал, следующая мысль. Так, Шугур. Где? Где же? Серебро нас пустил, он что и делал, блядь. Я еду и думаю, блядь, как же я спать. О, приехала. Финишировала, да? Варя-то? Это Ульяна. Варя давно слышит. И она прям там вот она стоит. Страдала очень сильно. Мне кажется, она... Которая вторая девочка страдала сильно. Мы ее тягали несколько раз. А у нас две еще? Еще одна девочка ехала. Варя и Ульяна. Ну, значит, Ульяна. А они дальше по нашему треку все шли? Да. Ну, так она тогда очень-очень сзади. Она же, ты видишь, нет. Она же... Ты уж угасла? Можно? Она же на водопоне останавливалась, она мимо проехала. А что там пить? Мы все пить остановились. Вот, а она... Мимо проехал. Короче, все заебись. Аля. Где братан, мы проехали. Я, честно, блядь, так и сомневался. Мотик на продаже. Сука себя заставлял. На середине, когда я с ним капе с водопоем проехал, у меня все навал, у меня такой. Я аккуратно. Где больше? Я разок падаю, у меня опять отрывает хвост. Мне начинает с того, что срезка и искать посидеть. Я на бревнах, я забыл все, что надо делать, как надо их переезжать, я его носил на бревнах. Ну поэтому-то я отстал, потому что я его ногой.
Я тебя видел на первой. Я чуть не повторил сегодня. Вчера вот буквально. Потом ты ушел и в принципе. Нет, дальше я везде прям нормально сам заезжал, даже никто не тягал. То есть я сам везде заехал, все, все рогалистые места, все сам. Все с первого раза. Все с первого раза, как бы. Димон, ты сзади народ пишет до хера. Да, народ там. Пацаны. Я стою очень.